Всем привет, ребят! С вами Nixon Sleep. Это демо игры под названием Stellar Blade, которая идет как антиповесточная, типичная японская, не знаю, порнуха. Вот именно так она себя зарекомендовала. Слэшер, тяночка, там все дела. Японцы такое любят, такое делают, обожают. Вот и я люблю слэшеры. Я последний раз играл, наверное, в DMC 5 на прохождение, но играл что-то вроде не на прохождение, на запись, да, для себя. И вот тут вышла демо-версия, я подумал, а почему бы, наверное, и не записать демочку? Да, и потом, если мне появится игра, тут мне сказали в начале заставки, что типа вот, ты пройдешь демо, и если купишь игру, продолжу с концовки демо. Я подумал, почему бы и нет. И давайте посмотрим, что она из себя представляет. Видел я трейлеры. Выглядит прикольно, красиво. Анимешки, тяночки. Это я все люблю. Вот. Давайте начнем. Что у нас? Режим истории. Напряженные сражения. Это обычный режим. Рекомендую игрокам, которые любят сложные поединки. Конечно. Обычный режим. Но странно, что нет третьего какого-то. Типа посложнее. Вот. Игра обещает быть интересной, боевкой, красивой. Вот. Передаю последний инструктаж. Задача седьмого десантного отряда уничтожить альфа-биотиков в третьем районе. Их цель захватить или уничтожить прайм-биотива. Капсулы входят в атмосферу. Какой-то корабль. 1 минута до критического уровня. Целый флот. Даже. Ух. Игра, я не смог почему-то найти критический уровень пройден, активирующий. Не смог я найти японский язык, а тут только английский язык. Хотя игра японская вроде бы как. Вот, или корейская она даже, по-моему. Что-то типа такого. Вот. Ебать, какие-то сражения воздушные с планеты на захватчиков идут. Тревога, тревога! Ох, каким пад-то вибрирует. Сейчас весь флот расхерачит. Я вот думал, записывать демку или нет, потому что в свое время выходила 16-я финалка. Я записал демку. Оставшая капсула будет капотортирована по потоку P32. Демку записал, а игру не купил и так и не поиграл в 16-й финалке. И по итогу демка где-то у меня в закрытом доступе на ютубе висит. И все, как бы. Я не стал ее выкладывать, думаю, нафиг надо. Вот надеюсь, со Stellar Blade так не будет, я ее сейчас запишу и выложу. Вот, эта капсула, где, наверное, наша тянка... героиня, вот это вот вылетит. Сейчас посмотрим. Написано ночью, как всегда, 5 утра. Закончу в 6 утра. Демка будет идти приблизительно час. Вот. На днях планирую еще записать Lies of P, которую я прохожу на канале. Уже забросил ее, там не было времени, монтировал Dark Souls и не только. О нет! О нет! Бам! Вот поэтому после Stellar Blade Lies of P. И какой-нибудь видосик нарезочный. У меня еще один намечается. Вот поэтому следите. Ух! Капсула 07531, посадка завершена. Снимай физический щит, открывая люк. Ну-ка. Люк. Ну же, давай. R2. А как? Я нажимать надо много раз или один раз? Так и задумано? А, нет, так и задумано, похоже, чтобы не сразу открыли. Таки? Ева, ты в порядке? А, мы Ева. Здесь опасно. Возьми меня за руку. Окей. А вот и Ева.
костюме, вот во всем таком латексе одетая. Ебать, нифига себе у нее преображение. Ну, внешность красивая, лицо подобрали. И какая-то музыка играет у нас тут фончиком. И вот наша Евочка, Евочка, место встречи в той стороне. Ты правда слева, а я с этой стороны. Так, я. Нажмите провести быструю атаку, так. Так, сейчас нажмем. Что это вон? Какие-то монстрики. Бам, бам. Легко нажмите треугольник, провести мощную атаку. Щипола в какой-то. Защита, короче, понял, понял. Ну да, изи, нифига не кровяки тут понадобавляли. Я вижу, ты еще помнишь, как сражаться, конечно. Отлично, координаты. Место встречи Норд-Ост, 400 метров. О, можно, короче, в воздухе делать рывок. Рывок на земле. Ну и, в принципе, и защита. Защита R1. Играю на плойке 5 к 100. Если кому интересно, я не знаю, на ПК она уходит или нет. Типа, прыгай осторожнее. Не следи на каких платформах. Ну, скорее всего, на плойке. На плойке, скорее всего, типа. Это вроде, типа, полуплоечная игра. Поэтому вот. Ох, херачится. Нифига. Бать, инопланетяне так как тут хуярят. Ну, какой идет. Идеальное парирование, это L1. А, когда ударит, все, понял. О, парирование. Все, нормуль. Держи, что кнопка для просмотра. Какую кнопку? А. О, парировал. Применить бета умение. Так легко. Вы наносите удар, 5 минут, прыгаете его. Да, отлично, идем. Вы накапливаете бета-энергию. Бета-энергия это снизу, типа, или что? Тут какие-то ползунки разные слева. И вот ты в порядке. Ух. Мания, эндоскелет. Вот, возьми. Это аптечка. Спасибо. Нажмите, чтобы применить симулятор. Удержите, чтобы выбрать симулятор. Еще противники. Так, вроде активировал, да. Ой, парировал, да? Все, улыбись. Кинемся, живем. Парни, ну получите. Блять, я же атаковал. Нифига. Ой. Все, немножко я протупил тут треугольник. Идем сюда, пока они не появились новые. Да, бета-умение. Ага, вот бета-умение. А это другое. Ага, все понял. Вижу цель, место встречи в поле зрения. Так, бежим сюда. Удерживайте рты, чтобы движение бежать. А, вот, бежим, все. Фига себе. Стремились. Жалко, что кувырков тут нет. Тут только рывки. Только рывки. Ууу, ебать, хуярит. Аккуратнее. Эй, не останавливайся, Ева, беги! Бегу! Фига, она утопила. Так быстро. Ой, не надо, аккуратно. Я вижу. Куда стреляют? Еле. Прорвались. Мне это не нравится. Пошли. Оу. Че у него с руками? Альфа-биотип? Скорее к ним. А, я сейчас захерачу, да? Нет. Да. У нас тут взрослая игра, чисто всех убивают. Взрывы. И тому подобное. И еще, ну, взрослые тетки в латексе. Все по-взрослому. Только так. О боже мой. Че там? Нет. Все десантики
десантники не мертвы. Остались только мы с тобой. Ну да, это серьезная игра, а чё? Вот так вот, Ева. Будем искать Адама. Ева. Ева, соберись. Таки. Слушай меня. Мы не выполнили задание. Остались только мы, и мы доведем дело до конца. Поняла? А куда нам деваться-то? Это наш долг. Десантников. Десантнить. У него ошейник на шее. А тут? Сейчас увидел. У многих девушек такие ошейники в жизни. Нас этого нету. В игре. О. Ну, естественно, он будет живой. Иначе ради чего нам его так помпезно показали? Чтобы он умер от какого-то корабля? Нет же. О, ты чё, сука? Я парировал, блядь, ты чё? Или его нельзя парировать? И сейчас парировал, подожди-ка ты, ну-ка. Шекер... Вот, да, это ХП. Блять, а сейчас атака типа пошла, и поэтому не получилось парировать. Сейчас. А сейчас, ну-ка. Я не понимаю. О, сейчас парировал. Заебись. Херачит прям нормально так. Я немного пока не понял боевку, если честно. Ну вот, парировал, да, и чё? И сейчас, блядь, я сейчас не парировал. Уйди. Сука, ну-ка, давай. Блядь, надо аккуратнее, у меня хилок-то больше нет, но он, можно сказать, сдох, блядь. Вот, парировал. Все, он меня убил, да? Он меня убил. Или нет? Или это все по плану шло? А, нет. Это вроде по плану. Хуя, блядь. Мы его похуярили. У меня там тютелька осталась. Тяжело дышит. Это был не альфа, но он был силен. Ты хорошо сражалась, даже лучше, чем на тренировках. Мы были вместе, но потом... Твой корпус серьезно поврежден. Ой. Нам надо найти лагерь снабжения. Ева, стой, я что-то слышу. Ева! Ой, а теперь нашу подружку, походу, да? Нашу чилку зафигачили, а или нет? Ева, ты в порядке? Бля. Какой-то демонюга подлетел. Альфа-биотиф. А тот был не альфа, а этот альф. Пиздец, но у меня хп нет. Как бы тут сестричка, ты сама, мы полежим, отдохнем. Тебя походу сейчас захуярят. Ну что, ну вообще не. Иди сюда, птичка. Тебе нужна я. Нет, ей нужна Ева. Она крыса, она только на слабых нападает. Нет! Еба. Ну, минус... Минус подруга. Да. Ева, выбирайся отсюда. Таки!
Монахи! Stellar Blade. Начало. Ну, кроваво, да. Даже немножко, как сказать, как будто перестарались, что ли. Кровь, руки и там вот это вот все. Боевка пока не ясная мне. В последний момент можно нажимать парирование, как Lies of P. Или можно постоянно его держать. Ну, вообще, наверное, последний момент. Вот. Интерфейс еще не привык. Такие вот все точечки, все такое футуристичное. Непонятно. А как мы спаслись? Кто нас спас, если эту захерачили? Она типа просто взяла и убежала после того, как сама ранена. It's quiet. Здесь тихо. Ну, об этом история умолчит. Все же будь осторожна. Альфа-биотип где-то здесь. Альфа-биотип. Особенные монструганы. А вот мы и на месте. Готовься, я поддержу тебя с помощью дрона. Не, ну латекс, конечно, зачетно. Они прям как будто столько лет игру делали, чтобы латекс выглядел красиво. Да, последнее поле боя человеческой цивилизации. А раньше это был огромный процветающий город. Что-то падает с неба. Какое странное ощущение. Наверное, это дождь. Любоваться видами будем потом. Нас ждет работа. Так, Silent Street. Рельеф недавно изменился. Собиратель Адам. Вот. Тахи. Обновление банка данных. База данных. Так, это у нас, короче, инвентарь. У нас тут база данных. Атака, чтобы применить базу атаки. Ева, да. Защита. Активируйте защиту в нужный момент, чтобы парировать атаку противника в нужный момент. Ну и все, да. Точная защита парирования срабатывает идеально. Полностью блокирую атаку, лишаю противника устойчивости. Ну как... Lies of P, в принципе, рывок позволяет быстро сократить дистанцию и атаковать. Удержите руку, чтобы совершить рывок. Ага, бета-умение. Ну то, что L1 удерживаем и потом уже все это делаем. Предметы, стимулятор, база данных. Вот. Тахи. Командир 7-го десантного отряда во время тренировочных боев. Никто во всей колонии не мог сравниться с ней в ловкости. Свое имя она получила за скорость и быструю реакцию. 7-й десантный отряд подвергся нападению биотивов во время высадки, но она продолжает выполнять задание. Тахи разыскала Еву и теперь намерена присоединиться к отрядам. Однако очередной налет биотива помешал их воссоединению. Хуже того, неопознанный биотив внезапно атаковал Еву и Тахи. Чуть не убил их обеих. Чтобы спасти Еву, Тахи решил поджаться с собой. Пока жив хотя бы один десантник, пламя надежды не гаснет. А вот Адам. Адам-собиратель из Ксиона. Он спас Еву от неопознанного биотива. Поначалу Ева ему не доверяла, но Адам предложил ей свою помощь, и они вместе прибыли в Эйдос 7. Ага, так, это у нас противники, но я их читать не буду, просто покажу. Во время записи прочитаю. Вот. Умения у нас тут есть. Но пока это, наверное, все излишки, которые нам недоступны. Поэтому не будем мы лезть. Задание. Нужный Адаму предмет находится в зале архивов. Отправились туда, следуя за дроном Адама. Все. Понял. Прочитали. Узнали. Туда можно попасть? Интересно. Громил. Волосы еще, кстати, вот, наверное, они долго делали, чтобы они работали по физике, все такое красивое. Все такое, чтобы было на реализме. Так, это что у нас такое? Быстрое перемещение? Куда?
Это вообще на будущее, короче. Телефон. Это надо, типа, активировать, чтобы оно срабатывало или нет? Типа, или это просто по дефолту мы потом убираем? Так, ну, о, фига, это что, сундук такой? Или ящик просто? Так, ну давайте искать поручение от дома. Будь осторожны. Еще падающие обломки. Это... Да, ну все, понял. Будем аккуратными. Вот они, что-то приближается. О, блядь, стой, стой, стой. Блядь. Не приловчился я еще к боевке, конечно. Собрать предмет. Отлично, область зачищена, да. Так, что у нас здесь? Легионер, погибший на последней войне. О, бедолага. Что это? Эйдас, тихая улица, ворота. Пароль какой-то. Р... О, казахская. А... Опять Р с двойным хвостиком. О, казахская. А... На карте памяти зашифрованное сообщение. Это код доступа. Разрешение на вход. Ну, все, сейчас зайдем. Ты чё у нас? Статуя? Ну ладно. Так, ну давай попробуй ввести код. Блин, пиздец, вот такие приколисты. Это надо было посмотреть. Собака, по-моему, теперь. Опять R, О казахская и опять А. Или нет? Я правильно вел? Да. Запомнил. Заебись. Код сработал. Здание рушится. Это не за стабильность почвы, да. Поняли. Так, надо воду, я что-то боюсь наступать. А вдруг там яма, и мы умрем. Надо вот парировать научиться нормально. Так. Музыка такая зумерская, какая-то с тяночками. Ох, шотнули. Лагерь легионов в таком месте? О, какой-то дрон. Или это наш дрон? Это наш, наверное, дрон. Так, у нас тут шмотки какие-то или... Это очки умений мы подбираем постоянно. Так, и чё? Ломаем статую, а то вдруг оживут. О! Лагерь — это место, где вы можете отдохнуть и сохранить прогресс в игре. Активируйте лагерь с помощью биткоинов, которые можно найти рядом с ними. Сядьте в кресло в лагере, чтобы восстановить ОЗ и заправить шейкер-дозатор. Вы получите предметы из запаса, если для них есть место. Когда вы отдыхаете, в лагере есть часть противников возрождается. Воспользуйтесь торговым автоматом в лагере, чтобы купить предметы. Терминал позволяет изучать, тренировать умения. Ох. Ну, под Dark Souls немножко, конечно, в геймплее. Так, и чё мы? Вот мы так отдыхаем, типа, активировать лагерь. О, монетку вставляем. Вау. И музычка такая ламповая. Настройки. Подожди, магазин. А чё мы купим? Действующий стимулятор, но у меня есть, наверное, да? А, мне и не хватает. Тут золото надо, дофига смотрю. Да, это слишком помпезно. Музычка такая. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та. Ну-ка, настройка умений. Что-нибудь можем? Вы можете изучать новое умение. У нас есть одно новое умение. Нажмите, чтобы перейти к древу выживания. Выберите идеальное уклонение с помощью... Ага. Ага. Используйте ОУ, чтобы очки умения изучать умения. Получайте очки умения, побеждая биотипов и исследуя игровой мир. Чтобы идеальное уклонение. Уклонение. Совершенно момент удара срабатывает идеально и позволяет полностью избежать урона. А это типа надо круг нажать, да? Ну, заебись, все. Полезный навык. Так, и что теперь? Можно отдохнуть?
почилить, посмотреть касценку. Как Тяночка отдыхает. Ой, у нее флешбеки. А, это показывает, как было. Как типа спасли все-таки. Ну да, Адам подлетел такой. Залетай, би. За руку такую, и все, и полетели. Блин, Тахи. Тахи жалко, конечно. What's wrong? Что случилось? Ничего, пустяки. Теперь тебе надо быть начеку, Ева. Ну, вообще, типичное начало вот в таких играх японских. Тебе дают какого-то типа друга, очень близкого тебе. О, песню можно менять. Запись. Вот, тебе дают близкого друга, такого твоего сенсея, брата там, собрата. И потом его убивают в этот же момент. И все, и ты такой, ох, растешь над собой. И все. Так, и чем-то меня ужалили? Какой-то яд? О, машина. А машина чё? Ух. Ебать, чё-то в ней нашёл? Или нет? Непонятно. Как будто бы да. Так, что у нас здесь? О, это ящик с припасами легиона. Ну-ка давай, уйдешь, чтобы подобрать несколько предметов. Думаешь, не есть что-то полезное? Но это легион, так что проблем с совместимостью не будет. Бери все. Неоэлементы какие-то долго. Нажмите, чтобы применить выбранный стимулятор, удержь, чтобы. Ага. Ну это мы знаем. Так, и что у нас тут? Концентрированный стимулятор, улучшенность. Ага. Все, ну понял. Столько всего дали. Сундучка. Мне не нравится пока что, что я не люблю сеттинг такой, когда городской апокалипсис. Йо, будь осторожна, вы можете прыгать за соседней перекладины. Видишь потом? Да. Мне вот это не особо нравится, конечно, но в принципе терпимо. Двигайтесь вдоль ограждения. Поворот и прыгнуть. Ну-ка, оп. 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 Все, ну. Всякие вот эти вот. Мне вот в Кодвейне это поначалу не нравилось, что там постапокалипсис, городская архитектура. Типа, бля, не знаю. А, с воздуха. Это мне не особо. Устойчивая способность противников удерживать позицию и обороняться. Она отображается под индикаторами щитов. Вы можете лишать противников устойчивости, совершая идеальное парирование. Полностью потеряв устойчивость, противник становится неустойчивым, возмездие наносит огромный урон. Давай, давай, ебашь, ебашь, ебашь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Ебать, что-то он мне прям понасносил. О, сейчас сломаем ему устойчивость. Давай, давай, ебашь. Ебашь, ебашь, я сказал. О, возьми здесь сейчас, бац. Как, короче, типа Dark Souls и бэкстеба. Только немножко другое. Больше репост, даже я бы сказал. Вот. Так, вот эти мне пункт. Их надо разбивать, я и думаю. Нажмите, чтобы дрон... Просканирую область. Сканирование показывает место, где вы можете висеть. Я и думаю, не просто же эти ящики разбросаны, их надо было ломать. Их надо было ломать, они слишком такие физичные еще. Мне показались. Ящик. Вот, да, 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 да. Опа. Ну-ка, давай, давай. Скрытых врагов. А где? Ой, ебать. Давай, 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 добиваем, все. Бета-стимулятор. А у нас хп сами не это. Не восполняется. Это надо.
вот это все подбирать. Усиленный, на-на-на-на-на-на-на. Так, гаджеты усиливают боевые характеристики Евы. Вставляйте гаджеты, гнезда гаджета, чтобы получить желаемый бонус. Чтобы увидеть гнезда гаджета, перейдите в меню, нажав кнопку параметров. Затем откройте вкладку снаряжения. Собирайте амнизатворы, чтобы открыть гнезда, позволяющие использовать больше гаджетов. Ну, как сложно. Повышает силу атаки. Материал для дополнительных. Так, что, никаких скрытых все? Ничего нет? Мы можем... Что мы можем? Так, нет. Гаджеты. Давай. Гаджет усиления серии атак. Сила атаки серии премиум второго уровня и выше. 14%. О. Отлично. Мы можем костюмчик менять. Сейчас пока только такой открыт. Вот. Это... И, в принципе, все. Так, ну, блин, подхилиться надо. Давай. Вот так вот. Побежали. Так. О, не, это вода, блядь. Та водичка так выглядит. Музыка какая-то, я не знаю, фоном странная играет. Другие города в таком же состоянии. По сравнению с ним, этот город еще неплохо сохранился. После уничтожения колонии почти все селения превратились в пустошь, да. Может, мне просто стоит привыкнуть со временем, а то, ну, не знаю. Как будто бы что-то не мое. По аудиостилю. Если честно, вот наноэлемент. Машина то. А, машина взрывается все-таки. Но их нет, наверное, смысла взрывать. Ой-ой-ой. Так, пацаны, ну-ка. Ой, есть бочка. Видишь, бочка вон, видишь, да? Пацаны, ну-ка. О, подлетели. Ох, погоди, где-то рядом ядерная батарея. Открой капот машины. Да, ща, я уже сломал одну. Я одну уже сломал. О, вот это что? О, ага, сюрприз. По крайней мере, ядерная батарея цела. И что она дает? Ядерная батарея? Это высокоемкая батарея. Благодаря ей на Земле ночью не царит кромешный мрак. А, вечная батарея предыдущего поколения. Прибереги ее, она очень ценная. Спасибо за инфу. Позволяет запустить термоядерный реактор. Это тоже гаджет, что ли? Нет. Говорит, прибереги ее. Так, тут ничего для внешки нет. Ну ладно. Так, вот тут у нас вход куда-то. Три развилки, нифига. Что-то прям понасыпали всего. Опа, блядь. Дурачок ты какой, а? Думал, напугаешь меня или чё, блядь? Ой-ой-ой-ой, так, тихо. Давай-ка, аккуратненько. Лежать, отдыхать. Сорян. Очень сильно хотел чихнуть. Так, сдерживался. Стоит за углом такой, блядь, дебилыч. Давай. Я же парировал. О. Все. Готов. Ну, в принципе, я уже почти начинаю немножко привыкать. Начинаем привыкать. И бежать. Так, вот там еще что-то, какой-то сундучок. Давай, открывай его. Просканировали. Пароль. А пароль-то я не знаю, где мне достать пароль. Ну-ка, скан. О, пароль, наверное, тут. Давай пароль, чувак. Я знаю, он у тебя есть. Карта памяти сгорела. О, нету. Нет пароля. А где пароль? А где мне достать пароль? Сюда, что ли, залезть? Внутрь? Как будто бы... Надо бы сюда, но и одновременно не надо. Как-то не интуитивно, но может быть ударить. О, не, это как-то бредятина попахивает. Непонятненько. Наверное, просто надо было потом сюда.
изначально в другое место. Карта памяти сгорела. Это плохо, что она сгорела. Надо найти не горящую. И открыть. И открыть. Та-ра-та-та. Такая, я даже не знаю, как описать этот стиль музыки. А, вот, наверное. Е209. Или это не пароль? Да, не пароль, наверное. Мы не можем открыть. Е209. СТ, ну, сейчас. Такой, ну, блядь, я говорю, как будто... Футуризм какой-то, неон, еще и какой-то слишком ламповый, мне кажется, для такой атмосферы. Ну-ка, Е209, что-то там. Мы типа ничего не можем тут ходить. Вообще ничего. Нам не дают даже возможности. Вот, значит, только налево. Тара-тара-тара. Опа. И касцена. Блин, я как то место типа. Потом, наверное, дадут возможность вернуться. Когда я найду пароль. Я же не мог его пропустить. Проклятие! Это ловушка! Ох ты ж. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот это, наверное, мгновенно восполнить здоровье, периодически восполнить здоровье. Давай мгновенно. Ай, блядь, я ж нажал. Я нажал, вас, блядь. Вот тупизна. А, нас тут прям рядышком получается. Блин, я нажал же восполнить здоровье. Чё такое? И уклонение нажимал. Чё ему надо? У вас, кстати, на знак сзади был. И уклонение нажимал, я все нажимал. Вот это можно скипать? Этот, пропустить? Давай, давай. Давай. Ебашим всех нахуй. Вот, во-первых, вот. Атакует железную, чтобы взорвать ее. Да, сейчас, подожди. Ой, блядь, я же... Во, сейчас вовремя спарировал. Заебись, и уклонился вовремя. На, нахуй. О! Четко, четко, уклонение, уклонение. Вроде понял, как работают. Получается. Все. Но все равно немножко продамажили. Пару раз. Опа! Опачки, это какой-то посерьезнее будет, да, мужичок? Так, давай. Ой, блядь, я же нажал. Вот. Нажал я, сука. Я знаю, что я нажал. Блядь, я знаю, что я сейчас нажал. Ебать. Хуйла, ну. На нахуй. Вот. Бля, ну не всегда идеально удается. Вроде чуть получается. У меня еще руки вспотели. Мы в безопасности. Куда дальше? Сюда. Так, эти следы маркеров, оставленных легионом. В комнате жарко, отопление ебошит. На улице тепло. Геймпад, я, кстати, не припомню, чтобы я в слэшеры играл с геймпада. Наверное, в первый слэшер я не с геймпада. Может, и играл. Ну, давно. Так, и чё, куда он там говорит? Тут что-то есть, там сзади было что-то. Вот это, наверное, элемент. О, ну, наверное, не сюда надо было. Раз какие-нибудь заспавнились. Надо было, наверное, в другое чуть-чуть сначала место. Так, и чё? Это все? Так, о, мы там что-то... Управляйте зал архивов. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотреть. Просто очки это... Ну, вообще, мне
туда надо идти. Но я туда не пойду. Я сначала сюда. Давай мы тут обсмотрим. Вот этот вот разморозится. Да, я так и знал, что он разморозится рано или поздно, блядь. Ой, блядь. Так. Вот это ломаем, что тут у нас? Вот это вот что тут? Тут пароль будет, наверное, да? Хотя нет, что-то посерьезнее. Ебать. Пусть твои воспоминания живут вечно. Количество бета-ядер до увеличения макс-запаса бета-энергии 2. Это типа мы прокачиваем вот эту, которая нас суперудар дает, типа, или что? Количество бета-ядер. Ага, понял. Вроде понял. Так. Что у нас тут по скану? Ничего, а нет. А чё там? А кто там? Ну-ка, кто там за стенкой? Противник, противник. Странно, я же там всех убивал. Какие там противники? А чё мы можем сделать? Сделать мы ничего не можем. Вообще ничего не можем. Только... Ух ты ж. А, мы можем все-таки обтягивающий костюм и десантный костюм всего отряда. А звездочка типа позволяет изменить внешность Евы. Под обтягивающий костюм были специально разработаны матерью сферой. А почему у него одна звездочка? А у этого целых три. Типа... Странно. Пиздец. Ладно, с этим побегаем. По приколу. Ну, мне нравится, как игра работает плавно. Это у меня тут в настройках на плойке стоит режим баланс. Есть быстродействие. Идите по меткам бойцов легиона. Да, да, иду я, иду. Есть быстродействие. Я его не стал ставить. Вот стоит баланс, но вроде бы нормально. Не подлагивает. Там что-то есть. Любовь и мир. Чё, на русском прям? Нифига. Вот это поворот. Надпись на русском. Взяли да перевели. Так, а чё тут-то есть? А тут пока непонятно. Можно вон вниз вот здесь? Тут два микросундучка, в которых... Нифига. Как всегда. Так, противники, противники, мы вас видим. Мы вас видим, видимся через стены. Так вот, оп. Там чувачок. Тут Road Closed. Типа, дорога закрыта. Или чё. И при этом я могу сюда залезть. Это прикол какой-то. Какой-то прикол, наверное. Скорее всего. Ну, раскачка для чего-то тут... А, нет, ну, по этой раскачке я сюда залез. Наверное. Или нет, не знаю. Так, ой, блядь, так давай, ну, сюда-сюда идем. Чувачка, облутаем. Угасшая надежда. После нашествия биотивов, бегства... Человечество в колонию прошли десятилетия. Говорят, что вот-вот прибудет десантный отряд и спасет... Ставшихся людей, но в небе нет точки. Мы больше не можем здесь оставаться. Я так больше не могу. Вот. Б. Вот этот круг А... Ой, сложно запомнить. Б. О, А, К, О, Р. Короче, четыре разных идут, а потом две повторяю. Потом одна одинаковая, другая повторяющаяся. На этой карте памяти сохранен код доступа и записано сообщение. Сканирование завершено. Если мне... Блять! Сука, я упал! И был ли смысл мне возвращаться назад? Ну ладно, раз меня все-таки телепортировали, а код доступа где?
Материалы, коды, они тут пишутся или нет? Или они в базе данных? Кстати, умение есть. Пароль. Ага. Не использован. Угу. Ну, наверное, есть все-таки смысл сходить. Так, и умение. Умение нам надо бы все-таки что-то прокачать. Я не знаю, вот это что такое. Вы атакуете противника, фозить, приземляетесь на землю, игнорируете защиту цели. У нас вообще две пока ячейки. Нет, третья вот еще какая-то есть. Бета. Что тут можно прокачать? Выпускает две волны смертоносной энергии. Прикол. Высвобождает импульс, нейтрализующий защиту противников и наносящий высокий урон щитам. Оглушает пораженные цели, если умение заражено, сила атаки увеличивается. Ну давай попробуем. А нет, мы это не можем. Умение можно взять только в лагере. А, все. Дурачок. Я не знаю, есть ли смысл возвращаться. Может быть, этот пароль надо дальше использовать. А может и нет. Да сука, я же помнил, что ты здесь находишься. Уёбак. Уёбак. Я помню, что он здесь. Но я думал, я его проскипну. Сейчас. Ну тут не так жестко с тобой обходятся. Типа, ну ударили меня. Ну и рядышком, в принципе, заспамнили. Все. Как бы типа насрать. Как бы насрать. Так, а я убежал, наверное, слишком далеко, да, уже? Где этот чувак находился? То ли здесь, то ли не здесь. Сейчас мы проверим. Нет, не здесь. Тут мы открыли. И не чувак, а там сундучок был. Тара-тара-тара-та. Отъебитесь от меня. Тара-та. Идите нахуй. Они отъебутся, если я просто убегу. Сейчас. Надеюсь, что отъебутся. Не хочу с ними драться. Делать мне нечего, на вас время тратить. Так, вот он, да, этот сундук. Он здесь. Вот эта вот мразь. Она, да, она задевает, даже если ты на скорости бежишь. Типа. Да, сука. Блять, нихуя себе, ёбаный. Что-то я расслабился. Что-то я расслабился как-то. Не мотивирует меня игра быть в напряжении. Давай вот это заберем что-то. Сейчас, все. Давай чуть-чуть посерьезнее. Вот это вот мы залетаем. Блокируем. Парируем? Нет, не парируем. Давай ударь. Изи. Все это делается изи. Вот это. А, он прям догоняет. О, увернулся. Увернулся, слышь? На нахуй. Блять, а то вот это уклонение не сработало. Все. Ну-ка, вот тут пароль мы вводим, нет? Зря ли это все было? Или да, это было все зря, это, видимо, дальше. Ну, это какой-то вообще особенный сундук. Тут типа ты как бы пароль, как сказать, не можешь вообще вести никакой. Поэтому надо дальше. Ну, ладно. Будем иметь в виду, а вот тут, наверное, пароль, кстати, или нет? Или тут вообще просто без пароля не открывается дверь? Может, это наверное, с коротко будет, как мы там заберемся? Да, по-любому. По-любому, оп. Оп, все. Быстро сейчас проскипаем. Вот так вот, ой-ой-ой, так бежим. Вот тут... Тут как-то странное место такое. Просто надо спускаться. О, балкончик. А, нет? А куда тогда, подожди? А куда?
Я не помню. А, по балкам надо было. Ой, блядь, как же предсказуемо, я даже не посмотрел. Ох, ох, как она паркурит-то. Пересечь можно здесь. Так. Видишь лестницу позади меня? Да, сейчас посмотрим. Что это за красный свет? Вот, меня вот напрягает. Надеюсь, он на меня никак не будет влиять. Так, в воду нам нельзя прыгать. В воду нельзя, наверное. Значит, только вот. Вот сюда. Вот тут сюда можно. Я не могу дотянуться до лестницы. Уровень воды слишком низкий. Воспользуйся планкой. Сейчас воспользуемся. Тут нам что-нибудь надо? Нет, не надо. Обратно залезть надо? Здесь. Нет. Ну да, вот так вот. Ох, Assassin's Creed у нас прям. Целый Assassin's Creed. И налево не хочет. Да ой, это вот так вот. Нихуя себе. Нихуя, бля. Реально, Assassin. Assassin's Blade. Так, ой. Так, что у нас? Давай. Так, блядь. Я хочу посмотреть. Да. Лукас, взгляни на небо. Что-то падает. Интересно, что это? Сигнал об обертальных срывах не было. А, сигнал. Луис, свидетельствуй, где, чтобы... Что за дверь? Ничего тут. Блять, да тихо. Нам надо на вот эту планочку, которая... Блять, о! Это вот на которой ниже, да? О, даже лестницы не понадобилось. О, лагерь. Давно пора. Давай, оп, монетку. Бжик. Подбрось монетку. Орел? Орешка? Так давай умение посмотрим. Что я хочу сделать, даже не знаю. Наверное, третьей ячейки, допустим. Ну вот это, наверное. Давай, пусть будет. Типа, чего бы нет. У нас, кстати, чуть-чуть не хватает, чтобы получить новое очко умения, по-моему. 97%. Вот. Музыку давай другую. Так, очки. Это а что в автомате у нас? В автомате у нас магазин. Магазин, мы что можем взять? Имеется долгостимулятор. Надо ли мне это или нет? Я не знаю. Импульсивная граната. Щитам противников. Ну. Давай один возьмем. Нажмите «Примить выбранный расходуемый предмет». Вот. Чтобы нужный предмет... Ага. А, типа, ты не кидаешь, он надо подождать, как он подойдет, и ты такой... Бац, и все. Расходный предмет можно купить в магазинах или подобрать с помощью бою с умом, чтобы получить преимущество в бою. Все, понял. Давай-ка отдохнем. Так вот. Получен предметы запаса, все. Отдохнули. Так, все. С лагерем покончились. Вниз нам там нет смысла идти. Я полагаю, нам надо идти дальше. Так, и вот тут что, нормально? Ох, как она по лестнице-то спускается виртуозно, вы видели? Надо пойти через это здание. Попробуй вставить ядерную батарею. Ща, подожди, у нас тут скоротка. Вот так вот. Все. Как я и думал. Ох, противник какой-то. Так, ну-ка иди сюда, мразь. Иди сюда. Я тебя ща угандошу. Ну-ка. Поаккуратнее. Давай. Оп, своим щитом, блин. Панцирь. О, на нахуй. Продамажили.
Блять, у него двойная атака идет. Это пиздец как неудобно. Блять, сука. Вот уебище. Уйди, дай мне спинку свою. О! Все, ушатал. Уёбка. Так, вот это пока нет. Мы не пойдем пока туда. Я хочу сначала сюда. Тара-тара-тара-та. Ящик, ну-ка. Ёпта. Так, у меня сейчас запись. Запись кончилась. Надо было новую возобновить. Сейчас поставил. Вот, так, блядь. Тихо. Тихо, я ж тебе сказал. Вот. Теперь подходишь. О. Не так подходишь, понимаешь? Вот так вот. Стой на месте. Блять, схватил же все-таки. Я думал, не схватит. О! Готов, сладенький, готов. Тут ничего нет. Сейчас вот эта вот крыса, блядь, ебаная. Подожди. Вон она стоит. Вот она. О! Сейчас, блядь, ушатаю же тебя. Живого места не оставлю. Тут также будет закрыто. Так, а тут нет. Тут нет, подсказка. Б. О! Нифига, вот это удобно, чтобы лишний раз в инвентарь не лезть. К опять. О, и опять. Р, вот. Отлично. Так, сейчас на костерчик. Что у нас там, лагерь сходим? Отдохнем, у нас там еще одно очко умения. Так, вот это у нас... Сеть уничтожена, я больше не могу связаться с колонией. Нам некуда бежать, неужели биоотивы сумели оборвать связь? Вдруг они добрались до колонии? Что случилось с матерью сферой? Я не знаю, какое сейчас время. Раньше часы настраивались автоматически, чтобы не сойти с ума. Придется вручную изменить дату в моей карте памяти. Ебать, так, то у нас база данных, да, нет. Тут умение, нет, в принципе, ничего пока смотреть больше не хочу. Читать. Нам надо еще раз подняться в лагерь. Отдохнуть, а то там вдруг босс будет, да, а мы все такие с нулем. У меня хоть и гранатки есть, но... О, ебать, музыка сразу меняется, как в лагерь. Ша-ля-ля-ля-ля. Давай сейчас отдыхаем, короче, такие. Оп. Бам. Такая деловая. Оп. Здоровье, восполнилось, все восполнилось. Берем. Вот так вот, да, только больновато было немножко, ну да ладно. Так, вот это открывай. Отлично. И залетаем. Залетаем. Ох. Еву защищает щит. Пока он активен, получаемый Евой урон уменьшается. Так, чем выше уровень защиты щита, тем сильнее уменьшение урона. Уровень защиты снижается, когда щит получает определенное количество урона. Понял. Некоторые противники тоже защищают щиты. Пока щит противника действует, он получает меньше урона. Уничтожьте щит цели, глушить ее и превратить ее в умение. Ага. Ну, ща попробуем. Давай, сука. На, пробил, по-моему.
О. О, воу, давай. На, нахуй. Почти, почти, сука. Готов. Ну. Так, немножко подмотал нас, конечно, но уже получше. Так, чё у нас? Чё она читает? Афина, подожди, любовь моя, пластиковое сердце, том 3. Палас 1, 2, 3, ты плохо стараешься. Ты обещал потанцевать со мной под рок вам смайл, не так ли? Так, можно немного помедленнее, изящнее, элегантнее, мы рождены для этого. Сокровище мое, я лишь устройство для взлома. Моя среда киберпространства, а танцевать я не умею. Ладно, ладно, ты опасная, милая и такая слабая. Все, я победил. Ну-ка, ну-ка. Что лизнуть? Штепсель? О, мать сфера, прости свою грешную дочь. Пластиковые сердца, том 3. Блин, а где том 2? И уж тем более первый. Какого карты? Нам что-то откроют, да? Карта какая-то. Адам? Что это? А ты не знаешь? Это карта. Карта? А как нам с ней синхронизироваться? Это карта. Объяснение, конечно, хорошее. Ничего не сказал. Как нам с ней синхронизироваться, и все. О! Ебать, разрубили стол. Я помню, DMC5 был тренд. Типа, играешь за Вергилия там, или за Данте, делаешь определенный скилл, и типа он ломает там стул напополам, что-то типа такого. Сколько видосов на ютубе было на эту тему. И тут тоже, смотрю, физично все. Так вот это, я так и знал, что тут что-то есть. Тут как будто бы тоже, ну, тоже. Вот это не разбивается, слышь. Этот не разбился. Нифига себе. Ни хрена не физично. О, кажется, тут была библиотека. Эти коробки на стене, запоминающие устройство. Вроде того, съемкости не более мегабайта. Напрасно трата ресурсов. Слушай, а тут есть фоторежим, интересно. Можно было бы тут такое пофоткать. Что-то как будто бы и нет. Как будто бы нет. Что печально. Опа, где она? Вот он. Вот он, вот он. Ой. Тут бы, конечно, давай. Наверное, подкидывался я чуть-чуть. Блять, я же нажал парирование, ебаное. Сука. Из-за формы их тела порой непонятно, куда они будут бить, как они ударят по тебе, да? И парирование ты делаешь слишком заранее. А урон, и тебе потом проходит урон, и все, типа, пиздец. Это вот пока что неудобно сделано, не знаю. Так, сама бежит. Трещина глубокая, преодолеть ее будет сложно. Нам придется идти в обход через парковую зону. Да. Так, ну и чё? Трещина глубокая. Мы пройдем. Ох, наверх. А это опять скоротка, что ли? Да. Но подожди. Ох, у этого. Этот не проснулся. Ладно. Так давай, чё мы тут? Вот там вот этот проснется. Этот по-любому проснется. Стоит ли его будить? Хрен знает, как будто бы нет. Сейчас. Сюда вот как-то. Ничего нету. Ту-ру-ту. Ща разбудим нахуй. А нет. Этот тоже не разбудился. А вот этот, наверное. Блять, да, вот этот, сука.
давай, 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 давай. На нахуй. Отлично. Отличненько, ну все. Тут чистенько. Можем идти дальше. Наверх получается, или нет, давай сначала. Паркинг Тауэр, парковая башня. О, еще одна тяночка, у которой будет вот эта вот хрень, которая нам позволит открывать двери, да? Оп. Да, пусть твои воспоминания живут вечно. О, да. Так, а что мы можем поставить еще? Больше ничего? Больше пока ничего. Ладно. Ставим как есть. Что он... Ой, сразу касцена. Босс? Лагерь снабжения? Здесь? Лагерь снабжения? Что это? Это склад десантного отряда, который прислали до нас. Похоже, его бросили уже очень давно. Зачем они разбили лагерь в таком месте? Лагерь снабжения может служить базой для операций. Эта парковка так важна? Еще это может означать, что тут очень опасно. Тогда это место нам наверняка пригодится. В лагерях снабжения находится больше устройств, чем в обычных лагерях. С помощью ремонтной консоли лагеря можно усилить оружие, увеличивать количество доз в шейкер, дозатор, улучшать эксохрипты, а также повышать боевые характеристики. Его нихуя. Также может улучшать дрон, изготавливать наносьюты и быстро перемещаться между лагерями. Фига тут прям обустроились нихуёвенько так. Так, и чё, нам надо активировать лагерь сначала. Бац. Ох, как лампа тут. Ремонтная консоль, быстрое перемещение. Чё, давай ремонтную консоль. Вот что не хватает в этой игре, это эмоций, чтобы Ева могла там что-нибудь танцевать в лагере, там что-то делать. Повышение силы атаки, давай, о. Сила атаки 450-490. Тут ничего больше. Так, можно поесть, наверное, или нет. Так, магазин, магазин. Ну, тут ничего особенного нам. Как бы не надо, я не знаю. Можно, конечно, взять... Там что, шоковая граната, у нас имеется две. Один можно взять. Не знаю. Я не знаю, на что деньги еще нужны, поэтому я пока не буду их все тратить. Так, давай другую песню, мне не нравится вот это. Вот это получше. Такая более ламповая. Более ламповая, более прикольная. Сейчас отдохнем. Адам? Адам? Yeah. Да. О том, что было вчера. Thank Спасибо, что спас меня. Really. Да, пустяки. Хотя я потратил на ремонт экзохрипта почти все материалы, которые собирал годами. Oh. Все нормально, зато теперь мы можем помочь друг другу. Мы можем вместе выследить альфа-биотива, и одному мне было бы трудно отсюда выбраться. Если ты найдешь зал архивов, это уже будет более чем достаточно. Слушай, не волнуйся, я найду способ тебя отблагодарить, обещаю. Блин, я уже играю час 12, а демка не заканчивается. Я думаю, конечно, уже скоро закончится, но... Что-то она немножко долго. Так, давайте мы навыки у нас же есть. Умения. Чё, по атаке? Вы убиваете врага такую со спины, действует только на... Не, на... Нахуй это говно, бля.
Вот это что такое? Увеличивает дальность и силу рывка. О, прикол. Ну, даже не знаю. Что-то мне тут ничего не нравится. Вот выживание, давай, что посмотрим. Можно применить только после идеального парирования. Вы быстро перемещаетесь за спину врага и контратакуете, оглушая цель. Это прям серия. Удержите квадрат и треугольник после идеального парирования. Ебать. Что еще такое? Только вот это, да? Брючок применения идеального уклонения. Да, Ваня. Так я в лагере. Я в лагере? Почему я не могу? Вы что, ебанулись? Я в лагере или должен быть другом? А, не-не-не. Надо вот, блядь, через консоль. Господи, нажмите, чтобы перейти к древу выживания. Давай, чё? Хотят, чтобы я вот это... Скачок. Подожди, можно применить только, когда приготовится нанести смертельный удар. Вы уклоняетесь от удара, телепортируетесь за спину, все, не такую же. Ага. Ну, давай. Типа, надо будет, конечно, все дело потренировать. Нормально, чтобы оно... Давай, вот. Выберите умение в терминале, чтобы провести тренировку. Кроме того, вы можете пробовать еще неизученные умения. Ага. Если вам тяжело будет, пробуйте улучшить некоторые умения в ходе тренировки. Когда противник светится синими, готовится нанести смертельный удар, примените... скачок для контратаки. Если враг находится в зоне действия, умение, клинок, может, ага. Когда меч ее загорится, нажмите круг, чтобы зайти за спину, привести контратаку. Нет, еще раз давай. Еще раз давай. Давай, давай, нахуй. Но... Ты будешь бить? Я же нажал. Типа... Нет, L. Во, все понял. Все понял, понял. Ничего сложного, надо просто... Потренироваться и все, начать сначала. Вот так вот. Давай. Давай, атакуй меня, мразь. Во, заебись. Все, понял. Выходим с тренировки. И идем искать эти сраные архивы. Блин, у меня уже так поздно. Так спать хочется. Капец просто. Так, что вот это? Выживание еще. Щиты давай ломать. Удержите идеального парирования. Не знаю, вот это. Нет, недостаточно ОУ. Давай вот это что ли, вы изучили это умение. Вы убиваете врага такой спиной. Угу. Ну, блядь, не хочу вот это. Нравится мне. Вот это вот. Серия ясных взмахов, но это уже есть. Триплет. Выполняет часть бета-энергии, когда поражает противников. А, недостаточно. И тут недостаточно. А вот это что ли? Пускай две волны смертоносной энергии. Пусть будет. Все. Так. Все. Сохранились. Отличненько. Бежим дальше. Так, вот это вот. Забрали. И куда? Вот по лестнице получается. Выходит, что да. Тут одна дверь. Тут еще выше можно. Она у нас заперта. Да. Ясен хрен, что она заперта. Вот, и поле с боссом. Да, походу. Вот. Смотри. Опять какая-то хуйня стрёмная, страшная. Это некрасиво. Это делает выход противник. Блин. Да, мы поняли. Адам, назад. Ох, пиздец, у меня же бокал упал, таких страстей, сам на столе. Бам-бам-бам. Ебать, какую. Да тихо ты. Во. На нахуй.
Да ты заебал, я парирую тебя. Так, так, так. На, нахуй. Блять, я нажал же, сука. Во. Я нажал, блять. Сука, как он заебет, а? Блять, я сейчас увернулся, но он как-то все равно ударил. А, молнии, молнии. Ебать. Ебать, что творит, что творит? Что творит? Что нажим, а? Я нажимаю уклонение. Ты заебешь. Пиздец. Уклонение надо бы тоже потестить. А то как-то... А то как-то не очень. Блять! Ну сука, ну. Блять, я не могу понять, как уклонение. Я все делаю правильно. Все делаю четко. Сука. Ща угандошим его. Ща угандошим мразюку. Я вообще хотел. Да, хотел гранатку активировать, а не мог активировать. Я сейчас еще и просрал ее. Адам, 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 да, да, да. Сейчас, блядь. Блядь, сука. О! Граната, тема, 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 тема. Гой, 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 гой. Вот эту атаку не понимаю, как парировать. Неужто так же продержать все это говно? Пиздец. Ёбок, блять. Работайте нахуй, это точно, блядь. Сука, сдохни нахуй, я сказал, блядь. Сосать, блядь. Давайте. Бля, ну, достаточно потноватенький дядя попался. Ты чё, с кем я сейчас дерусь, нахуй? А, это она вспоминает. Это она вспоминает, с кем она дралась. Ухуеться. Типа опыт. И все года, блядь. Ебать. А, нет, это все, это типа... Конец демки, да? Это конец демки, скажите мне... Походу, да, это конец демки. О, блядь. О, последний босс. Хорош. Хороший, не с первой попытки даже прошел. Пришлось зайти в тренировку, потестить нормально парирование, потестить уклонение. Вроде бы парирование, плюс-минус я понял, как работает. Уклонение, вот. Это нам показывает, что будет дальше в игре, короче. Вот. Охуенно. Да, много чего интересного, много чего сложного. Локации, правда, все заводы да заводы. Это как-то я не знаю. Вот. Ну с этим. Тут как бы
Ебать. А, это только что же мы дрались. Только что мы дрались, и зачем нам это показывают? Ну-ну. Ну красиво, красиво. Тут можно прям такие виртуханы делать. Зачетные, если умело. Это как, я не знаю, Mortal Kombat. Ты запоминаешь все комбухи, и у тебя просто сексуальный бой получается. 26.04. Это получается, она выйдет, да, только на PS5 походу, и 26 апреля. Ух, как-то так. Так, приобрести PlayStation Store? Извините, но денег нет. Ну, может быть, все-таки сыграю, но не факт. Вот, да. В общем, демка мне понравилась, было интересно. Немножко, как сказать, может быть, не мой сеттинг. Открытое испытание босса. Выберите испытание босса в главном меню, чтобы повторить битву с боссом, пробовать новые навыки. Спасибо, но я думаю, в этом не стоит. Вот. Сеттинг, наверное, не мой немножко. Городское фэнтези, постапокалипсис, разрушение. Это как-то, я не знаю. Навидался я этого в Думе в свое время, в других играх. И это мне, в принципе, не особо когда-то нравилось, да. Вот. А тут, ну, как-то, не знаю. Боевка прикольная. Немножко было трудновато, как и всегда, в принципе, в таких играх, как Lies of P, там, Devil May Cry, именно привыкнуть, именно начальный этап, вот то, что ты играешь слэшер, тебе тут надо прям заучить комбухи, да, и ебашить ради красивых боев. Вот. И, в принципе, все, да. Босс понравился, последний прикольный был. Надеюсь, я эту игру пройду на запись. Вот, а пока что на этом все. Вот такая вот демка, надеюсь, вам понравилось. Как всегда, не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся в других играх. Всем пока.